Всем привет! Вы на канале Юрай. И сегодня у нас будут топовые короткие видео с Муркой и Шерлоком. Ну что ж, приятного просмотра! Я сержант! А я вообще лейтенант! Упс! Эй, лошадка, пошли кататься! Кататься! Различие между обычной кошкой и богатой кошкой. Обычная кошка живет в обычном доме, спит на обычном диване с обычным хозяином. Обычной кошке дают обычный феликс. Обычная кошка ест феликс с обычной скоростью. Обычная кошка также играет с обычным клубком ниток. Богатая кошка живет в богатом доме, спит на денежном диване с хозяином-миллионером. Богатой кошке дают феликс в золотой обертке, и богатая кошка ест этот феликс с богатой скоростью. Богатая кошка играет в клубок из золотых ниток, лежа на золотом одеяле. Мурко, ты вообще что делаешь? Я теперь экстрасенс. И я вижу будущее. Да ну, ну так скажи, что будет в будущем? Вижу. 8 августа мы будем праздновать твой день рождения. Так и все это знают, и ты тоже. Да, а тебе Шерлок. Так, вижу. 1 января все будут праздновать Новый год. Мурка, вот смотри, я тоже знаю, что 1 апреля всех разыгрывать будут. Я знаю, что 23 февраля мужчинам подарки будут дарить, а 8 марта женщинам будут дарить цветы. Шерлок, ты тоже экстрасенс? Это что такое? И почему он не ест эту печеньку? Ладно, я съем. А? Ты что делаешь, Шерлок? Печеньку съел. А что, нельзя? Да это новогодняя игрушка из пластилина. Вон вторую принес. Фу. Если вам понравилось это видео, то тогда поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а на сегодня у нас все. Всем пока.